Секундочку, дорогая. Конечно. Да, спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня. Я тебе уже сегодня говорил, что ты прекрасна. Сегодня нет. Какой прекрасный день. Что это? Где пленка? Немедленно возвращайтесь. Добрый день. Здравствуйте. Михаил Серебровский с супругой. У нас забронирован номер. Секундочку. Доброе утро, Дмитрий. Да, есть. Ваши документы, пожалуйста. Прошу. Надя. Ваш номер 221. Это на втором. Спасибо. Прошу прощения. Вот еще для вас просили передать. Спасибо. Все в порядке. Это от Коли. Завтра в 9 вызывают для знакомства с новым руководителем. Пройдемте, товарищ Серебровский. Миша. Только за первый квартал 1938 года в рядах разведки были выявлены 28 шпионов, предателей и изменников Родины. В связи с этим из-за границы отозваны для тщательной проверки практически все резиденты. Это также... все очень хорошо, товарищ Ежов. Но если все отозваны, кто тогда работать будет? Мне тут сообщили, что в разведке царит нездоровая обстановка. Кадры растеряны, испуганы. Это так? Товарищ Сталин, сейчас у нас в НКВД, конечно, сложный период, но... Ни одна страна в мире не может существовать без разведки. Подумайте об этом хорошо, товарищ Ежов.
ничего не получится. Павел Михайлович, ты все сто раз проверил. Смотри у меня. Товарищи! Все силы республики должны быть напряжены. Под Воронежем бой. Бои в Сибири. Враг под Петроградом. Ленин говорит нам: бейтесь до последней капли крови. Каждого, кто посягнет на революцию, мы раздавим к чертовой матери. Голова закружилась. Ты чего, перенервничал? Ну, все же обошлось. Надо на воздух, наверное. Так, я сейчас быстро переоденусь к тебе. Папа, да? Здорово рвануло! Да, сынок, бабахнул как надо. Побудь с мамой, я сейчас, хорошо? Да. Давай, давай, давай. Товарищ Фитин, а что это было, а? Фейерверк в агитационных целях. Есть разрешение, все в порядке. Это было мало похоже на фейерверк. Это было похоже на диверсию с целью создать панику. Кто за это будет отвечать? Это была моя идея. Своих прикрываете. Ну-ну. Выгораживайте. Выгораживайте. Пап, посмотри. Чего у тебя? Ух ты, бомбардировщик. Ты что? Это бомба в Испании фашистов бомбить. Ага. Самолет вот. Чем он меньше, тем тяжелее в него попасть. Так ведь? Так. А увезет твой самолет такую бомбу? Конечно, увезет. У него же мотор секретный. Что за мотор? Секретный, пап. Ладно, давай в школу, ты опоздаешь. Пока. Ты ничего не забыл? Пока, Али. Счастливо. Осторожней через дорогу. Знаю, не маленький. Дай ему время. Здравствуйте. 18-го статьи по сиделкам нужны, помнишь? Раньше сдадим. Хорошо. И Крыловой помоги, она там зашивается. Павел Михайлович, будет сделан. Давай. Здравствуйте. Лид, ага. Сегодня сводки да-да. Нужны по... сводки по Нечерноземью будут после обеда. Хорошо. Здрасте. Истин Павел Михайлович? Да. Вам повестка. Что это? Повестка. Из-за пожара? Не знаю. Здрасте. Выглядите спокойным.
Так чего бояться? Мне скрывать нечего. Каждому есть что скрывать. Как вам спектакль? Наблюдатель. Это хорошо. Фитин Павел Михайлович, 1907 года рождения. Образование высшее, инженерный факультет сельскохозяйственной академии. Опыт руководящей работы. Организатор, актер и режиссер. Драмкружка при сельхозгизе. Вы нам подходите? Для чего? Что это? Обязательство. А не разглашение государственной тайны. Товарищи, товарищи, сегодня замечательная возможность совершить прыжок с парашютом. Товарищи! Товарищ, а вы желаете совершить прыжок с парашютом? В другой раз, девушка, как-нибудь. Да вы не бойтесь, это же совсем просто. А техникой прыжков с парашютом может овладеть любой человек. Ведь если завтра война... Спасибо, девушка. Нет. Товарищи, а вы желаете совершить прыжок с парашютом? Да еще десяток. Что брать? Проблема с бабой? Так заметно? Так у тебя все на лбу написано. Есть у меня от этого дела хорошее средство. Ничего не случилось. Просто Родина доверила мне другой участок. Какой участок? Секретный. Подожди, ты можешь мне прямо сказать или нет? Прям? Не могу. Где кепка? У меня твоя. Где моя кепка? Она у меня. Мне нужно вовсе проехать. Куда? Не знаю. Надолго? Все будет хорошо, Леночка. Мы тебя ждать будем, слышь? Сколько надо, столько и будем. Выход на построение. Вещи оставить в автобусе. Все вы теперь слушатели школы особого назначения. Сокращенно ШОН. Следующие 8 месяцев
вы будете находиться здесь. По окончании учебы категорически запрещается кому-либо рассказывать о местоположении школы, учебном процессе и преподавательском составе. Вопросы есть? А зачем нам сказали наши вещи оставить? Теперь у вас ничего своего нет. Только чужое. Чужая жизнь, чужой язык, чужое имя и чужие вещи. Привыкайте. Со мной. Захар. Павел. Добрый день, товарищ Орлов. Товарищ Ромна, присаживайтесь. Спасибо. Кофе? Не откажусь. Спасибо. Как хорошо тут у вас. Может быть, плед? Благодарю. Мои отдыхают. Весьма полезная традиция, с моей точки зрения. Думаю, в социалистической Испании сиесту отменят, как пережиток капитализма. Возможно. Я вас внимательно слушаю, товарищ Ромна. Молоко? Да, пожалуйста. Вас вызывают в Москву. Какой маршрут? Через Антверпен. Также мне велено добавить, что вашей работой очень довольны. Но в Испании становится слишком опасно и для вас, и для вашей семьи. Сколько на сбор? Передадите дела и выезжайте. По секрету добавлю, что вас представили к высокой государственной награде. Спасибо, хорошая новость. Спасибо вам за кофе, товарищ Орлов. Извините, что нарушила вашу сиесту. Ну что вы, Ирина, я всегда рад вашим визитам. Всего хорошего. Тут фамилии на карточках. Каждый на свое место, наверное, должен сесть. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Присаживайтесь, товарищи. Сегодня вы на торжественном приеме в Западной Европе. Простите, а книжки нужны для того, чтобы сидеть повыше? Книги помогут вам привыкнуть не расставлять локти во время еды. Положите книжки под мышки. Скажите, а если я вдруг захочу вина налить? Там? Для начала давайте освоим прием пищи. Алкогольные напитки – это отдельная тема. И помните, что каждый ваш промах может послужить основанием для подозрений. Тот ли вы человек, за которого вы себя выдаете. А подозрение – это уже без пяти минут провал. Спорт объединяет, раскрывает людей. Поэтому теннис в ваших контактах за границей просто необходим. У меня нет задачи сделать из вас профессиональных спортсменов, но мыслить стратегически, в короткий момент принимать оптимальные решения, я вас научу. Начали!
О, привыкай, Елисей. Говорят, у них там разврат повсеместно. У них там по-разному. Как и везде. Они же тоже люди. Кто-то любит только свою жену, а кому-то жены и двух любовниц маловато. Кого-то вообще не интересуют интимные связи. А для кого-то жена – это только способ скрыть любовника. Меня зовут Моисей Маркович Акселерод. Я начальник учебной части нашей школы. Присаживайтесь. Итак, начнем с АЗОВ. Разведка и контрразведка. В чем разница? Ну, одни занимаются добычей секретов, а другие – шпионами и предателями. Верно. Но лучше запомнить следующую формулу. Разведка ищет друзей, контрразведка – врагов. Вы будете искать друзей. Существует легальная разведка и нелегальная. Легальная – это когда вы сотрудник советского торгпредства в Германии. А нелегальная – когда вы Вилли Шмидт, уроженец Баварии. Это понятно. Теперь вопрос. А что самое главное в нашей работе? Ну, это технические средства и материальная база. Ну, естественный ответ для инженера-механика. Еще варианты. Люди. Совершенно верно. Люди. И для удачной вербовки вы должны узнать человека. А для этого нужно время. Поэтому никогда, повторюсь, никогда не спешите. Запретите себе даже думать о вербовке раньше 7-й встречи. Но к этой 7-й встрече о привычках, страхах, проблемах, желаниях этого человека вы должны знать уже все. А как вы будете относиться к возможному источнику вашей информации? Как к врагу? Как к лучшему другу. Как к собственному ребенку. Откуда царапины? Почему нет аппетита? Что сегодня было в школе? Чего нос повесил? Любая мелочь важна. Любая. Из одной, казалось бы, незначительной детали можно извлечь очень многое. Sie sehen heute sehr gut aus. Ja. Sie sind heute. Нет. Ну почему же нет? Heute там точно было. Был-то был. Но я вам сказал, вы прекрасно сегодня выглядите. А вы сейчас пытаетесь повторить, а вы должны мне просто ответить. Назаров, скажите, а вы и там в кустах будете сидеть, товарищу подсказывать? Медвежья услуга. Извините. Честно скажу вам, Фитин, языки – это не ваш конек. Труба дела. Всем же вон как шпарит. Да не переживай ты так. В Москве тоже работа найдется. Внимательно смотрите. Ищите его слабые места. Если чувствуете, что не можете победить, спровоцируйте на ошибку. Все, о чем я говорю,
имеет отношение не только к теннису. Никого. Ищите! С женой и дочкой он не мог уйти далеко. Они где-то здесь. Что вы можете сказать об этом молодом человеке? Ну, иностранец, капиталист. Почему вы так считаете? Ну, не рабочий же. Костюм тройка, обстановка. А как сидит опять-таки? А может, он инженер, а так принарядился просто для фотокарточки? Да какой это инженер? Ты на руки его посмотри. Детали. Все кроется в деталях. Аккуратно уложены. Наспех. Значит, ему все равно, что о нем думают. Значит, чего-то добился. Явно не политик и не военный. Улыбка открытая. Я все равно думаю, что это какой-то коммерсант. Фотография в собственной конторе. Почему вы так считаете? Бумаги, счета, сложные стопки, телефон. Я все-таки думаю, что это представитель какой-то творческой профессии. Писатель, журналист или актер, может быть. Может быть, что-нибудь еще? Да нет, все из того, что на виду. Глаза грустные. Вы правы, Фитин. Это действительно актер. А вот его другая фотография. Как я сразу не узнал. В парной игре очень важно не только мыслить стратегически, но и чувствовать партнера. Два даже не самых сильных, но хорошо сыгранных в паре игрока обязательно обыграют двух сильных, но не умеющих работать друг с другом. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, товарищ Орлов. Буэнос диас, товарищ Морягин. А вы разве на свой поезд не опаздываете? Нет. Сейчас документы соберу и на вокзал. Мои уже там. Проходите смелее, смелее. Итак, сегодня мы приступаем к изучению новой темы сбыта и повседневного поведения в странах вашего вероятного пребывания. Сегодня мы практикуем, как войти в бар, как заказать напитки, как правильно подойти к проститутке и договориться с ней. О чем? О ее услугах. Нам это понадобится? Все может быть. Товарищ Зарубин, я женат, я коммунист, я не могу. То есть, если партия прикажет вступить в интимную связь для получения разведданных, вы не сможете выполнить приказ? Приступайте. Ну, чего вы встали? Тут все коммунисты.
Извините. Тем, что первый этап завершен вами достаточно успешно, принято решение наградить вас. Увольнительный на сутки. Увольнение будет совмещено с занятиями по слежке и уходу от нее. Условный резидент уходит. Трое следят. Время и точки определяю я. Вопрос? Ну, мы же общаемся. Многое друг о друге знаем. А вот это пусть для вас будет еще одним уроком. Чем меньше вы будете о себе рассказывать, тем лучше. Спасибо большое вам. Ой, да ну что вы, не за что. Девушки, здравствуйте. Скажите, вы про моряка Дроздова с ледокола Челюскин что-нибудь знаете? Это же самый настоящий герой. И мой друг красивый, умный, мужественный, только очень одинокий. Чего же он тогда такой одинокий? Стеснительный очень. Боится девушек пуще огня. Чего это он их боится? Ой,
Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А вы такой, как мы себе и представляли. Какой такой? Мужественный. И красивый. Товарищ Дроздов, а расскажите нам что-нибудь о ледниках. О чем? Мам, я устал. Ну, потерпи, скоро дома будем. А давай-ка помогу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты. Как звать? Сёма. Сёма. Сколько тебе лет? 6. Осенью будет. Все, извините. До свидания. Извини, Сёма. Мне пора, извините. До свидания. Давай, давай, давай! Кальдес, а я устрет уйду облар деля десерта. Может быть, вы что-то слышали об их дальнейших планах? Сеньора, я не шпионю за нашими гостями. Кажется, они что-то говорили о билетах на поезд. Графия, благодарю. Где Ванька? Ткаченко или Живов? Ну, Ванька. А, Живов. Четвертая слева. Ты ж моя золотая. Ты кто? Ваня. Выручай, там муж моей крали меня. Застукал, догонит убьет. Кого-нибудь любите? Нет? Тогда еще более странно губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога. Ваня, свои не надо. Послушай. Очень прекрасно. Я вас прошу. Я тебя прошу. Мать, ой, куда мужик? Ты лапами-то своими? Да, мужик в кепке пробегал. Не знаю, зачем я трогал перчатки ее. И шаль, Ваня, откуда знаешь? Что? Четвертая слева. Алкашня, сидите в справочной школе. Вы пропали все уже. Отец! Отец! Муж! Муж, муж! Муж! Так это вредно, особенно в вашем положении. Сейчас Павел придет, и я уйду. Стоять! Стою? Простите, я обознался. Я... А ну иди отсюда! Обознался! Пацота! Не обращайся! Иди отсюда! Я сейчас милицию... Сидите, сидите, я открою. Через чердак. Поздравляю.
чего ж ты молчала? Ну, как же мало тебе сказать. Девочка, я тебе точно говорю. Посмотрим. Когда мы тебя снова увидим? Не знаю. Месяц, два. Разбудили. Он заходил, ты спал просто, Толечка. Ты врёшь. Спал. Пожалуйста, беги к тете Клаве, скажи, началось. Что началось? Мало того, что упустил, он нам еще теперь письма из Америки шлет. Как мне это доложить товарищу Сталину, случай ты хвост? Черт с этими 100 000 долларами. Он половину нашей агентуры в Европе знает. Ты хоть понимаешь, что это значит? Товарищ Ежов, но он же письма пишет, что ничего не скажет, если не тронут его семью. Заткнись! Все оперативные мероприятия по ликвидации Орлова временно отменяю. Чего стоишь? Пошел вон! Зайди! Все связи Орлова мне на стол поименно. И за границей, и здесь. Все, с кем он когда-либо работал или просто даже пересекался по службе. Быстро! Слушаюсь. Thank you.
Моисей Маркович Аксельрод оказался предателем. Этот вражеский наймит во всем сознался. Он не только выдал врагам нашей Родины вас всех поименно, но и втянул в свою контрреволюционную террористическую организацию других преподавателей школы. В связи с этим Шон закрывается на неопределенный срок. Вы все сегодня отправляетесь по домам. Вопросы есть? Владимир Харитонович, что с нами теперь будет? Опять только до утра? Нет, все. Что все? Потом. У нас есть что поесть, а то голодный как черт. Да, сейчас будет. Хорошо. Вы идите, Гришки, на минутку и к вам. Хорошо. Это что, очередной экзамен? Нет. Понедельник, 8 утра, 4-й подъезд. Где? На Лубянке.